Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим интересное блюдо. На первый взгляд даже не поймешь, из чего оно приготовлено. А приготовлено оно из обычных баклажанов. Это очень вкусно. Сегодня мы с вами будем тушить баклажаны в сметане. Для начала берем две луковицы и нарезаем. Как вам нравится, можете крупно, можете мелко. Берем сковородку, наливаем в нее 4 столовые ложки подсолнечного масла и обжариваем наш лук в течение 4 минут, чтобы он стал чуть прозрачный. Пока обжаривается лук, берем 0,5 кг баклажанов, убираем шкурку, так как шкурка всегда горчит, нарезаем, тоже нарезайте, как вы любите, крупнее, мельче. Все, лук наш обжарился 4 минуты, добавляем туда наши баклажаны и обжариваем еще 4 минуты. Жарим все на среднем огне. Теперь нам с вами понадобится сметана. Сметаны можете брать 100 грамм или 200. Если вы любите, чтобы было побольше сметаны, тогда берите 200 грамм, как я. Все, в обжаренные баклажаны мы с вами добавили сметану. Как закипит, добавляем соль и вашу любимую приправу. Я добавляла куриную приправу. Все перемешать и тушим еще минут 5. И все, пробуйте на вкус. Если чего-то не хватает соли, то добавляйте. И в самом конце, перед тем, как выключить огонь, высыпьте чеснок и перемешайте все. Все, вот наши баклажаны готовы. Аромат просто бомба. Это мега-мега вкусно. Обязательно приготовьте так баклажаны, радуйте себя и своих близких. Всем пока-пока, не болейте, не забываем подписаться и поставить лайк. Пока-пока!